Здравствуй, мама, я пишу тебе письмо. Здравствуй, мама, у меня все хорошо, светит солнце, все нормально, у меня в глазах стоит туман. Мать не знает, как мы ходим по горам, мать не знает, как бывает трудно нам, и проходят наши юные года в Закавказе, где идет война. Под шум взрыв гранат шагает наш отряд, там далеко гора, слышна стрельба. Под шум взрыв гранат гидрастеры летят, и от разрыва вся горит земля. Взлетает вертолет, но мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад. Под шум взрыв гранат. Мы приехали сюда, в Закавказе, и сейчас идет война, не забыть нам тем безумных ночей и лица погибших людей. Под шум взрыв гранат шагает наш отряд, там далеко гора, слышна стрельба. Под шум взрыв гранат гидрастеры летят, и от разрыва вся горит земля. Взлетает вертолет, с тобой назад, пошел уже гранат. Вот и дембель, вот вернулся я домой. Здравствуй, мама, я вернулся, я живой. Посмотрел я своей матери в глаза, постарела, ведь она. По ночам я снова слышу взрыв гранат, просыпаюсь, вспоминаю тех ребят, так налейте мне бокал за тех парней, что остались на войне. Под шум взрыв гранат шагает наш отряд, там далеко гора, слышна стрельба. Под шум взрыв гранат.